Грациозные движения, захватывающие трюки и потрясающая гибкость. Художественная гимнастика по праву считается одним из самых красивых видов спорта. В Химках прошел открытый турнир школы Химки «Хрустальные снежинки». Этот турнир детский, новогодний, дружественный. У нас 250 участников. Приехали наши друзья, наши коллеги из подмосковных городов. Даже приехали из Владимирской области. В соревнованиях поучаствовали юные спортсменки разных возрастов. Девушки выступили с различными гимнастическими предметами в личном и командном зачете. Нина Липанова, Вильфрид Зимковский, новости Химки ТВ.